вот я нахожусь внутри этого магазина. Да. Я не буду здесь перечислять все модели и цены. Ну нафиг. Могу сказать, что здесь идти сложно. Жесть вообще. Ниндзя. Ничего так грибцы. Неплохо. Целый этаж чопперов. Да, таких размахов, блин, я фиг знает. Я первый раз в жизни вижу. Вулкан тут. Еще только нет. Shadow здесь, ну. Можно подобрать любой байк, какой вам нравится, на любой вкус. Магна. R1. Ямаха. До сих пор в цене. Ну, такой уже. Старенький уже. Дукати. Диагол. Как видите, в основном спартачи здесь стоят. Даже. Это думал, здесь будут эти чопперы стоять. Чопперов не очень много, в основном спарты. Ну, вот, то есть эти. Сузуки этот, Хаябуса. Там вот еще около стены стоят. Да. У нас же CBR-ка есть. Тысячная. Тюнингованными глушителями еще, ну, норм. Еще Хаябуса. Не, ну нормалек так. В принципе, при желании, как говорится, можно найти себе что-то подходящее. Там бэхи стоят. Все, вот что-то я здесь. Редкий достаточно мотоцикл в Японии. Вот, к примеру, да, BMW. Ой, я вообще фиг знаю, что это такое. Что это такое? Мотогузи. Первый раз такой мотоцикл вижу. BMW тоже неплохие. Триумф вот, американские. Тысячные RR Honda. Что я немного простыл здесь. О, это ключи забыл. Разбирал мотоцикл и забыл шестигранник. Да, в таком количестве байков, конечно, тут просто что-нибудь забыть.
Вот как видно, здесь в принципе выбор есть, много всего интересного. До 8 часов работает контора. Так, это у нас третий этаж. Скутеры здесь стоят. Скутеры, Фроды и тому подобное. Мне, кстати, вот в том видео, где мотосалон Red Baron было, до этого я снимал, я как раз там мужичок рассказывал про вот этот магазин, что он здесь находится. Самый большой их. О, какой даже есть тут. Здоровый, блин, вот так. Вот кроссовые тоже неплохие мотоциклы. Для любителей мотокросса, в принципе, недорого. Этот вот за это стоят ручки. Чё так? Ничего так, в принципе, мы такие. Недорого. 370 тысяч. Ой, еще тут заставили. А как туда пройти? Как сюда пройти, а, товарищи? Блин, я тут офигею. Сейчас что-нибудь отломаю еще, елки-палки. Дукати. Тут свою Дукати здесь бросил, елки-палки. Ну, а BMW стоит, Сузуки. Еще всякие там. Тоже вот перегрозил туда проход. Как туда зайти теперь, непонятно. Да. Такой магазин надо на целый день приходить, в палки. Это 100%. То, что вот, как говорится, подобрать можно любой мотоцикл. Ну, преимущество здесь бэушная техника. Даже вот такие есть. Вот Харлей. Вот это вот нормальный Харлей. 96 кубик инчес, 96 кубических дюймов. Я не знаю, сколько это в кубических сантиметрах. Вот Honda тоже себе 1306 с пробегом 32 тысячи километров за 728 тысяч. Ну, неплохо так. Этот 1600 стоит Harley Davidson. Что вот, вот такой вот магазин, вот интересный. Вот, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А я постараюсь для вас снять много новых видео. До связи.